Бойцу в синем углу октагона 22 года. Его официальный вес 70 килограммов 300 граммов. Рост 179 сантиметров. Чемпион Кыргызстана по кулату. Призер Кыргызстана по грэпплингу. Призер Кыргызстана по рукопашному бою. Два профессиональных боя, две победы. Представляющий город Бишкек, Нурсултан Буркут Сайпидина. Бойцу в красном углу октагона 21 год. Официальный вес 70 килограммов 300 граммов. Рост 180 сантиметров. Трехкратный победитель профессиональных международных турниров Алаш Прайд Селекшн. Победитель республиканских и международных турниров по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу. Три профессиональных боя. Три победы за его плечами. Из Алматы, Казахстан, Нурсултан по прозвищу Жилан Орынбасаров. Внимательно слушай мою команду. После команды стоп не работаем. В затылок позвоночный столб не бьем. Клетку, шорты не хватаем. Ясно? Пожали руки. По углам. Удачи. Дамы и господа, первый раунд. Поддержите спортсменов аплодисментами. Yeah.
Конец первого раунда. Второй раунд. В этом поединке на 56-й секунде второго раунда победу техническим нокаутом одержал Нурсултан Джилан Оринбасаров! Друзья, надеюсь, вам понравился поединок. Подписывайтесь на наш канал YouTube, а также на социальные странички. Непосредственно на канале YouTube мы стараемся выкладывать интересный материал каждый день в 12 часов дня. С вами был Сула, любите ММА, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, аривидерчи.